Львівмедіа за останній місяць виросло удвічі, але ми далі хочемо рости. Тому нам дуже потрібна ваша підтримка. Коментуйте наші відео, ставте вподобайки та поширюйте. Нам це дуже допоможе. Отдельно хочу обратиться к росіянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Полное имя? Абилов Руслан Батырович. Год рождения? 99-й. Откуда сам родом? Город Душанбе, Республика Таджикистан. Вырос в России, Краснодарский край. Поселок Прикубанский, рядом с городом Армавиром. У тебя, я так понял, кровь и русская, и... Казахская. Мама русская, с Краснодарского края, а отец казах. Контрактник? Да. Когда подписал контракт? Совсем недавно, 12 сентября этого года. Этого года, да? Да. А до этого срочка была? До этого была срочка, да. Сколько на срочке был? 8,5 месяцев меня комиссовали, военная травма. Это в России было? Да. А что случилось? Офицер меня мой избил, старший лейтенант, очень сильно меня избил. Потом меня засунули в психиатрическую больницу, дабы я не смог давать показания в суде, чтобы у меня отнялась память. Меня кололи галоперидолом, феназепаном, квитиапином. Я забыл, как зовут мою мать. Потом, когда меня оттуда уже вытащили, меня комиссовали по статье 16-Д «Шизотипическое расстройство личности». Соответственно, суд я выиграл, но его оправдал, чтобы его не посадили. Двух девочек, его дочек пожалел. Вот. Но в военном билете у меня стоит «Д» негоден. Соответственно, из-за этого я сюда приехал, чтобы восстановить возможность работать на нормальной работе, потому что меня никто никуда не устраивал. Потому что там написано, что я псих. Вот и все. Приехал я сюда добровольно, скажу честно, да, но я не ехал убивать никого. Мне сказали, что я буду сидеть в штабе. Буду сидеть в штабе, заниматься документами, работать как бы с людьми и все. Как потом, когда я приехал в населенный пункт Сватово, мы заезжали через Белгород, у меня забрали паспорт, забрали все документы, вещи, переодели меня, дали автомат в руки, пошел, говорит. Вот. Мы поехали в населенный пункт Донецкой области, Коровий Яр. Угу. Значит, 13 сентября мы выехали, и 18 числа я оттуда сбежал сам добровольно от своих и сдался в плен. Соответственно, когда я туда приехал, я начал сразу говорить своему взводному командиру, что я отказываюсь здесь находиться, потому что меня обманули. Я сказал, что я хочу обратно домой, это раз. Второе, говорю, свяжите меня со штабом по рации, чтобы меня отвезли обратно. И я, как у нас говорят, такие, как я, которые отказываются воевать и покидая свою позицию, называют 500-е. То есть человек покинул свой пост, сдал оружие, говорит, не хочу, все, страшно там, не хочу. Вот. Мне сказали, что нужно ждать. Я жду, день жду, два жду, три жду, четыре жду. Никто за мной не приезжает. Кроме того, все остальные... Люди, около 50 человек, которые с нами приехали, они уехали обратно в Сватово, нас оставили там. Взвод из 12 человек. Нам на подмогу прислали один танк из 12-го полка, в составе 3 человек. Но у нас было 15 человек. Я понял, что нужно брать ситуацию в свои руки, потому что нам сказали защищать отступление. По рации было передано, чтобы все отступали, эвакуация. А нас оставили как пушечное мясо, в котором мы изначально и были. Вот. Я, пока все легли спать, меня поставили в караул, ну, дневалить там, смотреть за дронами украинскими, которые над нами летали. По нам очень дюже знатно работала ваша артиллерия. Мы находились в ангаре, спали на зерне. Вот. Когда они легли спать днем, я быстро руки в ноги, ну, все свои вещи забрал. Со мной собака убежала еще оттуда, местная овчарка. Вот я сутки шел. Около 35 километров я прошел от Коровьего Яра и увидел впереди, что стоят трое вооруженных зеленых сил Украины. Синие повязки, как бы, я сразу понял, кто это. Вот. Я, в свою очередь, до того, как дойти куда-либо, естественно, скажу честно, я не шел, у меня не было мысли сдаваться в плен. Я подумал, может быть, я найду путь до своего штаба в Сватово, который находился в Луганской области. Я надел синий берет, потому что я десантник, тельняшку поверх одежды.
И шел. В руках у меня был АК-74 автомат, с которого я не выпустил ни одного патрона, конечно, и подсумок с 6 магазинами. То есть всего 7 магазинов. Вот. Я увидел, что трое стоят вооруженных украинцев. Я крикнул, что я мирный, я иду сдаваться в плен. Все. Они меня услышали, позвали. Я все положил, все содержимое кармана вытянул. Меня проверили. Потом дали сразу поесть, накормили меня, собаку накормили, покурить дали. Ну, сказали мне, ты не обижайся на нас, то, что придется тебе глаза с руками завязать. Типа, ну, такие правила, ты в плену будешь. Все, будет добро, не переживай. Я говорю, все, дякую, благодарю вас, спасибо. Посадили в машину, повезли. Там я пробыл 2 суток на базе, меня туда-сюда катали. Со мной проводили фотосессии, потому что я десантник, вот. Потом отправили меня в следственный изолятор Харькова. У меня вопрос. Да. Вот, интересная такая история о русской армии. Офицер сбил. А за что? Я находился на полевом выходе, на полевых учениях в Рязанской области зимой со своим взводом. Это перед вторжением большим? Да, это еще 19-й год вообще. Вот. Он, мой офицер, старший лейтенант, он сильно напился. Кроме того, мы с ним вместе пили до этого. Соответственно, говорить о отношении, взаимоотношении начальника и подчиненного уже нет смысла, потому что никакого такого нет. То есть просто как друзья, грубо говоря. Алкоголь. Да. Сравнял. Водка, горилка там. Я на гитаре играю. Музыкант я сам. Вот. И он лег спать, все нормально. И мы по 4 часа несли дневальную службу, то есть подтапливали палатки. У нас буржуйки стояли в каждой палатке. Вот я палатку штаба подтопил, свою пошел. Он проснулся из-за того, что я задержался в палатке штаба. Потапливал ее больше, она там потухла. В то время, пока я возвращался обратно, в нашей палатке стало холодно. Он проснулся из-за этого и не узнал меня. Он подумал, что кто-то другой зашел. В общем, поймал белочку, начал меня жестко... Вот, да, начал меня избивать. Вот. Потом поднял весь взвод. Они соскочили с кровати своей и заставил меня отжиматься 151 раз за 51-й полк в Тульский. Я там служил, ВДВ. Вот, соответственно, потом все, как бы, ну, прошелся по мне весом, он 100 килограмм. По голове, по затылку бил берцами зимними. Потом на следующее утро поставил меня копать яму 1,5 на 1,5 метра, глубиной 3 метра. Сказал, говорит, это твое... А тебе какое звание? Рядовой. А ты рядовой? Да. Я понял. Вот то, что ты... Это называется неуставные отношения. Да, да? Неуставные. А это вот эта дедовщина, она до сих пор в России есть? Ну, знаете, это раз на раз не приходится. Но она как бы не искоренена еще, да? Ну, нет, конечно. Просто это, знаете, где в основном маленькие взвода есть. Вот там... вот у меня лично как было, этот командир сказал то, что я ваш батька буду, типа я из вас настоящих десантов воспитаю. Вот. И он перешел эту грань очень сильно и начал себя вот так неподобающе вести. Конечно, были моменты, когда я был неправ, но вот тот момент... Нет, как бы... Хорошо. Вот сколько обещали платить на контракте при заходе в Украину? Он все-таки ВДВшник? Да, 185 тысяч рублей. Ну, как бы ВДВ – это элита. Ну, да. Ну, считается в российской армии, да? Ну, около 200. Десантура, да, около 200. А вот у меня вопрос. Ты решил сдаться украинцам, потому что ты видел, что уже нету свалу? Ну, как бы целенаправленно ты не шел. Ты как бы по обстоятельствам уже действовал, правильно я понимаю? Ну, то есть ты хотел найти Сватова, но все-таки напоролся на украинцев, свалу не было. Да, я заблудился. Но, опять же, когда я увидел, то есть у меня не было никакой идеи там бежать, ни в коем случае поднимать оружие и стрелять. Оно у меня было за спиной вообще. Вот ты говоришь, что вот тебе там поставили ну, там, какую-то печать, что у тебя как бы разбиение личности и так далее. Вот из какой ты семьи сам? Да, вот, у меня отец военный, старший сержант ансамбля песни и пляски погранвойск таджикско-афганской границы. Вот. Он прослужил там... Ну, как бы русский. Да. Ну, русский военный. Да, российская. Российская. Да, он там прослужил много лет, у него шел год за три выслуга, потому что там он принимал участие в военных конфликтах, он давал концерты по заставам, то есть во время одного концерта начался артобстрел, на него упала колонка, у него эпилепсия, военная травма. Вот. Он получает пенсию хорошую, больше, чем у майора. Вот. Мама моя всю жизнь проработала учителем в школе, учитель музыкальный учитель. Вот. Старшая сестра моя живет в Москве сейчас, она преподаватель иностранных языков, английский и испанский.
Я, в свою очередь, закончил Российский университет дружбы народов, город Москва, направление дизайн архитектурной среды. Угу. Также я музыкант, композитор, звукорежиссер. Почему армия? Опять же, на работу никто не берет, раз. Кредит у меня, то есть не могу нормально заработать. На гитаре играю, да, но этого не хватает. Постоянно звонят. Кредит на что? На квартиру? Не понял. Кредит на что у тебя? Кредит на обучение у меня было. На обучение, да? Да. На дизайнера, да? А что, даже в частную компанию какую-то нельзя устроиться? Ну, можно. Ну, дизайнер — это хорошая как бы профессия, да, интерьера. Да, даже в Москве. В Москве начинается вся ваша карьерная лестница с того, что вы зарабатываете 20 тысяч рублей в месяц, просто чертя чертежи. В Архикаде, там, в Автокаде, в Тринноушене, делая визуализации. То есть либо открывать свое архитектурное бюро, но без связей и наличных или денег невозможно это. Это связи раз. Наличные — это что, коррупция какая-то? Или нет, что? Нет. А чтобы кеш у тебя был на свое дело, конечно. Угу. Как бы аккредитация, не аккредитация, это все, это волокита, вот это вот налоговые, там ИП, не ИП. Я работал в Тинькофф банке, очень многое знаю про это, как бы. Сложно этим всем заниматься, если нету стартового капитала. Вот. Меценатов, естественно, такое не будет никто вкладываться. Вот. Хорошо. Вот я смотрю, ты вообще, мне редко попадаются здесь как бы собеседники. Ну, ты... У тебя нету никакого раздвоения личности, это точно, да? Вот я смотрю... Меня ты... оправдали. У меня было... Да, тебя оправдали. Ну, то есть ты как бы не глупый парень, у тебя хорошее образование и так далее. Ну, смотри... У меня вопрос, да, вот ты же на одну чашу весов поставил как бы свое благополучие как россиянина, да? Вот, грубо говоря, ты был готов там посидеть в штабе в Украине и принять участие в этом всем, да, чтобы как бы свою жизнь улучшить. Понимаешь, о чем я, да, в чем вопрос? Да, я понимаю, да. Это так? Ну, да. И, грубо говоря, тебе свои же... Да? Да, и то есть... Ну, если можно сказать матом, то я могу сказать. Каждому, кто другого приведет товарища, $100 платит. Вот. Ну, а это как? Это, грубо говоря, вот ты находишься тут, да, в Украине, позвонил какому-нибудь другу, друг приехал в Белгород, друга забрали, он подписал контракт, его также и ты получил $100. За «приведи друга». А, за «приведи друга». Да. А кадровики русские, эти офицеры, что имеют с этого? Не план? Знаю. Планерка? А кто платит $100? А это местное, там, тот, кто выплачивает. То есть, смотрите, у нас выплачивали, я так понял, мне ни единой копейки не выплатили вообще. Потому что нам сказали, что как только вы приедете, подпишете все, вам дадут карточку там, да, на ней будет первые 40 тысяч подъемных рублей. Угу. Я подписал, следующее утро автомат дали и уехал. Все. А некоторым платили на карту, некоторые, я так понял, получали наличными. Потому что когда один человек приехал на машине гражданской с Белгорода, он достал пачку 5000-ных купюр, там было около 200-300 купюр. То есть там такая вот пачка была, вот так вот раздавал. Вот. А кто этот человек был? Понятия не имею вообще. Ну, то есть это вся целая система как бы завязана? Это не только государственные деньги крутятся или как? Да там и ЧВК, вы слышали. Там, конечно, да там конечно. ЧВК даже, я слышал, больше получают. Там везде в интернете пишут про вакансии, там стрелок, там снайпер. Это вагнеровцы или оттуда редут и так далее? Кого там только нету. Там разные есть, да? Конечно. И люди ведутся на это все? Ну да. В Телеграме везде, там ВКонтакте. Ну, ВКонтакте заблокировано, в Инстаграме. Везде, где хотите. А причина какая? Деньги, да, идут? Что ведутся на это все? Кто-то... Вот смотрите, еще такой момент. Я слышал то, что с России заключенных около 600 человек освободили. Да, да, да. И сказали. Ну, это видно. Знаешь, что такое Пригожин? Пригожин, да. Да. Это же директор этого Вагнер, Да, этих музыкантов. Да, вот есть видео, где он агитирует Зака идти воевать. Это официально. Ну, и он официально признал, что он имеет отношение к... Ну, их хотя бы понять можно. У них жизнь как бы полностью под камерой, либо есть возможность повоевать, грубо говоря, да, вернуться домой живым и амнистию еще 100 тысяч получить. Хорошо, продолжай. Вот. Но на самом деле, я искренне сожалею о том, что я сюда приехал. Не сожалею о том, что я сдался, потому что мозги у меня на месте. И слава богу, что я вовремя сдался, не в тот момент, когда мой взвод уже разбомбили, а его разбомбили. Я с сестрой разговаривал, мне давали службе безопасности Украины говорить с сестрой, она мне сказала то, что Сватова и те люди, которые со мной были, их всех, все, они 200. Вот. Так что
слава Богу, вот я человек верующий, православный, хоть я и казах там, да, я молился Богу, чтобы он меня вывел отсюда, неважно куда, к своим, не к своим, главное, чтобы я остался жив, потому что я считаю, нет людей безгрешных, но если ты каешься искренне и понимаешь, что ты совершил огромную ошибку, то у тебя есть право на какое-то искупление своей вины и в дальнейшем на не помилование, а прощение хоть какое-то. Да, я это все понимаю. Ну, например, лидер православной, да, Русской православной церкви Кирилл Гундяев, да. Ты знаешь, что он говорил? Он благословлял солдат, чтобы сюда шли убивать украинцев. Вот как это у тебя, как, что думаешь об этом, как у православного? Знаете, я человек не религиозный, я человек верующий. Вот я считаю, если... Ну, то, что он сказал, вот, ну, все. Он, ну как, то есть он под крылом у Путина, он под крылом как бы на виду у всех. Mm-hmm. Естественно, как бы по древним традициям следуя, то есть люди идут на войну, надо их благословить. Вот. Как у нас это все заувалировано преподносится людям? А нам говорится, что здесь фашисты, что здесь нацисты, что здесь насилуют для детей, там жен при детях. Там, вот. И, соответственно, мы вот идем, как нам сказали, избавлять типа украинский народ от такой нечисти, которая тут поселилась. Ты в это веришь? С чем я абсолютно не согласен. Так объясню, почему. Хорошо. Объясню, почему. Это полная провокация и промывка мозгов. Вот это Первого канала. Даже если я вернусь домой, ну, я надеюсь, конечно, что я вернусь домой, и кто-то меня посмотрит это видео и скажет, типа, что-то там про Россию, там, да, я скажу, ребят, вас так, что вы в это верите, и идете за вот эту вот правду, которую вам внушили, идете убивать мирное население. Когда я приехал, на машине меня привезли на базу Вооруженных сил Украины, ко мне никто не испытывал никакой ненависти, потому что они знали, что я сам сдался. В основном вся масса идет пропагандистов, которые идут убивать людей. А они злые на них, потому что у одного умер сын 28 лет, жена с ребенком осталась. У другого жену изнасиловали, убили при ребенке. Ну, это русские мародеры, вот, есть такие. Видел, что русские делали, например, вот какие-то... Я слышал, что какие-то буряты отрезали половые органы военнопленным украинских... Это где ты слышал, среди русских или среди здесь? Среди русских, да, и среди украинцев. Также я слышал... Но ты среди своих, да, что они знали, да, что буряты отрезали, да? Да, да, да. У нас был случай. Какой-то рядовой русский из 12-го полка попытался изнасиловать украинскую женщину. Ну, там, в ЛНР там, или ДНР, не помню. Суть в том, что когда мы находились в Коровьем Яре, нам передали, что нужно его, короче, обнулить, ну, замочить, если найдем. Его нашли, но не мы нашли. Вот. Нашли, значит, отправили его на передовую окопы копать, а потом застрелили. То есть... Свои же застрелили. У нас к этому... Именно вот с теми людьми, с которыми был я, у нас нет, ну, в моем окружении не было никаких таких вот тварей, мародеров, которые насилуют, убивают детей. Вот. В то время, как это, пока мы находились в Коровьем Яре, вот я лично и мои товарищи помогали эвакуировать местное население, потому что в наше направление работала украинская артиллерия, а мы работали, ну, как бы в Украину, ну, украинская, ну, не мы точнее, а вот в лесах работали. Мне так нужно говорить, вы на территории Украины работали в сторону ВСУ, потому что да. Это все украинская территория. Ну, да, да. Согласен. Да, вот. Я помогал местным жителям вот, эвакуироваться, то есть бабушку пожилую посадили в машину с семьей, они уехали там. Ну, то есть, ничего противоправного, незаконного я лично не делал. Ну, другие подразделения делали или нет? Ну, другие подразделения, естественно, делали, но там в основном была пехота и артиллерия. Что они делали? Ну, артиллерия, как бы... Нет, я говорю не про, там, например, мародерство, изнасилование и так далее среди русских. Заходили в дома, воровали там, кто-нибудь драгоценности найдет, там, кто еще что-то. Коз крали, ну, вот, животное, из которого скот живет, да, подошел просто, взял одну козу, зарезал, шашлык сделал. И хозяину даже ничего не заплатил. Ну, вот так вот. Ну, это, я считаю, это вообще неправильно. Убивали другие подразделения гражданские? Лично я ни одного не видел военнопленного с Украины, ни одного не видел 200-го, ни нашего, ни украинского. Нет, русские. А, ну, военные убивали гражданских? А, гражданских? Нет. Гражданских нет. Я ни разу не слышал, чтобы... Россия, ну, реально не слышал, то есть, чтобы
кого-то убивали из гражданских. Один из немногих, кто жестко так говоришь, ну, вообще о войне, как русский, да? Вот ты не боишься? У меня вопрос. Не боюсь чего из своих? Своих я не боюсь, потому что что они мне могут сделать? Что они мне могут сделать, скажите мне? Ничего. Я приеду, я знаю, что я сюда пошел, и я за свои грехи расплачиваюсь вот в данный момент. Что я плохого сказал? Что я неправильного сказал? Ничего я лживого, ничего упрекающего не сказал. Я сказал правду. Просто вот мне понравился один момент очень сильно, когда в прямом эфире Первого канала, то есть телеведущая там что-то рассказывала, и сзади за ней выбежала женщина, фамилии не помню, с плакатом «Нет войне». Вот. Овсянникова. Овсянникова, да. И сказала то, что «не смотрите, здесь вам врут». Вот. Потом ее судили. Вот, молодец. Вот. А что она, вот, а она боялась? Я считаю, если... Я тебе немного объясню. Овсянникова, как украинцы к этому жесту ставятся, вот журналисты, украинская журналистика, да? Овсянникова получала там грубый кеш когда-то. От украинцев? Нет, от русских. А. Да, она раскаялась в пропаганде. Она была частью пропаганды русской, да? Да, я вот понимаю. Она года работала, она отобрала бабос, а здесь что-то вот переключилось, да? Она типа поняла, что корабль может пойти ко дну. Ну, конечно. И чтобы, грубо говоря... Ну, да. Она не такая дура, как, например, как Скобеева или другие, да. И она решила, знаешь, вот как крыса, которая чувствует какую-то проблему. Угу. А ты же пойми, она же годами зарабатывала, засирая мозги тебе и другим. Конечно. И вот, ну, я понимаю, что это хороший жест, но это такой показной жест. Понимаешь, это Овсянникова? То есть она сделала деньги на этой пропаганде, а теперь, извините, то есть это, знаешь, как бы выглядело... Вот, грубо говоря, ты меня хлопнул, вот бы там убил кого-то, да? А потом сказал, я так просто... жалею. Да, да. Понимаешь, вот, да, ну, вот можно это сравнить? Да, да, очень похоже. Понимаешь, вот да. С Овсянниковой типа кейс. Я вот хочу сказать фразы из кинофильма «Брат». Вот американец, в чем ты думаешь, типа, в чем сила? Сила в деньгах, да? А я считаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Так вот. Обращаюсь к военным. Это знаешь, как ЧВКшники переиграли вагнеровцы? Как? Сила в правде, правда в силе. Они тоже это поют. Ты понимаешь, брат, фильм и так далее, это тоже все пропаганда. Ну, я... Вот ЧВК, вот ЧВКшники, не песни там, я видел в интернете раз, сила в правде, правда в силе. Это то самое, что Бодров делал в фильме. Ну, я имел в виду немножко другое. Ага. Просто это ответ на тот вопрос, не боюсь ли я. Так вот, говорю, правда у того, кто, как бы, точнее, сила у того, кто говорит правду, потому что правду нельзя опровергнуть сомнению, потому что она вот лежит, ее только вот берешь, как бы, и все, ее видно. А ложь, она всплывает. И мне не страшно, как бы, говорить правду, потому что я знаю, что я говорю правду. Я знаю, что это по-любому, как бы, потом, когда, надеюсь, наконец-то все это закончится, до русских людей, до наших дойдет, как бы, что их многие обманывали по телевизору. И никто мне даже не скажет из моей семьи, из моей друзей, что я что-то неправильно говорю. Да, я сюда приехал, честно скажу, на браваде, думал такой, да, я типа там посижу, что-нибудь в штаб поделаю. Нифига подобного. Приехал, пожалел, пошел сдался. Вот так. Что отец тебе? Ты говорил отцу? Вот. Да. Я с вами изучаю вот сленг, как бы, армейский, да, вот, когда поехал за ленту, да, ты понимаешь, что это значит, да, да? Вот, я не знал, что тебе за ленту ехать, вот, просто, вот, когда ты ехал за ленту, то что отец сказал? Отец сказал то, что, ну, это мужественно, конечно, но думай головой, не слушай никого, думай прежде сам, если тебе говорят какое-то командование выполнять, подумай сам, стоит ли оно того, нужно ли оно тебе. Возвращайся живым домой и не убивай никого. Если на тебя, грубо говоря, будут стрелять, защищайся, но не убивай никого, тем более пленных и прочее. Но я сказал ему, пап, я еду в штаб, типа, никакое оружие, типа, ничего. Он говорит, ну, мало ли всякое бывает, может там напасть на базу, типа, придется брать в руки оружие. Вот, ну, в общем... Я понимаю, ну, отец поддерживает вот это все движение, спецоперацию, то, что называют русские? Нет, я бы не сказал, что он поддерживает, потому что, ну, скажу так, погранвойска ходят в структуру ФСБ. Вот.
На Лубянку он ездит просто по своим нуждам лечиться, потому что военная травма. Ну, как бы, он больше знает гораздо того, чем знают все россияне. Вот. И как бы знает то, что ему много лет нельзя даже рассказывать. Я понял. Смотри, вот сейчас ты говоришь, тоже я смотрю комментарии иногда под моими видео, те, которые делаю интервью на нашем YouTube-канале. И вот украинцы мне говорят, вот все такие няшные, никто не стрелял, которые дают интервью. Там хоть и были с автоматами, но мы только стояли, ничего не делали. Куча жертв, да? Очень много жертв, и гражданских, и ВСУ, и так далее. Вот кто это все сделал? Еще никто не сказал. Один парень был. Один парень, мы его будем показывать, он сказал, да, стрелял. Ну, я считаю, тот человек, который хочет прикрыть свою шкуру, естественно, он будет говорить то, что нет, я не стрелял, да? А это же по-любому узнается. Это же по-любому всплывет. Так вот... Не, ну ты же ВДВшник, ты же воевал. Воевал или нет? Я не воевал. Ну, если это можно назвать, что я воевал... Ну, естественно, я сюда приехал, но оружие, ну, границу я пересек, да. Но я пересек как гражданский. Я подписал в Сватово документы. Да, меня обманули. Да, мне дали оружие, но я этим оружием не пользовался. Тем более, я не наставлял оружие на людей. Я просто находился вот с 13 сентября по 18, то есть 5 дней находился в Коровьем Яре, в ангаре. Там просто наблюдал за дронами, потом ходил просто на КПП, там стоял, обратно спал, ел, все. Украинцы должны простить Россию? Как народ? Именно как народ, да. А тех, кто яро выступает и собирается нести в кавычках русский мир, я считаю, нет. Почему? Вот у меня вопрос, почему украинцы должны простить россиян как народ? Ну, Ну, это же россияне, ну, то есть, как бы россияне и Путин, они не раздельны. Россияне выбрали Путина, россияне поддерживают его, россияне выбрали его политику. Вот прям вот с радостью готов вам сообщить такую новость для меня радостную. Я ходил на митинг в 21 году в городе Москва, на Манежной площади, в поддержку политзаключенных и направленный против властей. Я не поддерживаю политику Путина. Но ты часть этой политики стал. Но я стал это не из-за того, что я поддерживаю Путина. У меня были свои причины. Меня названивали коллекторы, меня уволили с работы, меня бросила невеста и прочее, прочее, прочее. Ну, я слышал. Руслан, ты же чувак с характером, это видно. Ну, можно было как-то по-другому выкрутиться. Можно было, но... Ты понимаешь, о чем конечно, происходит. Можно было. Можно. Но я вот так сделал. Ну, я сожалею. Да. Что-то хотел сказать и забыл. А, про россиян. Вот. Путина выбирали не все люди. То, что там подсчитывают голосование, я думаю, вы знаете, как подсчитывают. Множество роликов есть и на Ютубе, и везде, как бюллетени подкладывают. Вот. Почему общество русское с этим не борется? Почему не встанут русские? Я вставал лично. За это был осужден. Ну, административная статья, заплатил 20 тысяч рублей. Ты готов дальше встать? Если я встану, меня посадят. Там. Потому что второй раз, если такая же статья будет, все, уголовная ответственность. А если весь народ встанет, то уже и некому, и некого будет судить. В Хабаровском крае люди около месяца ходили, когда Фургала посадили за взятки якобы. Это Фургал, это этот, ну, главный этот... Губернатор, да, губернатор Хабаровского края. Вот они ходили месяц. Ходили вместе, да, протестовали. Я помню, да. Вся Россия. Вот я просто воодушевился этим и тоже пошел. Потому что я считаю, русский народ просто, знаете, вот его вот будут долбать, 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 долбать. А потом, когда прям конкретно задолбает, вот тогда начнется государственный переворот. Как это было. Скажи что-то русским. Я русский. О Путине и этой всей системе. Что ты думаешь? Я русский человек, я люблю свою страну, люблю свой народ. Но я не солидарен и не признаю нынешнюю власть, потому что она меня лишила здоровья, сделала меня шизофреником, пенсия у моей мамы 13,5 тысяч, образование платное, детские садики платные, все платное, еда платная, налоги огромные. Как бы, ну, Путин пришел во власть в конце 90-х, да, он в каком-то степени, конечно, многое делал, чтобы поднять страну с колен, но потом
он говорил то, что я там не буду держаться за трон, там, да, я там пенсионный возраст вот не подниму, а сейчас уже мужики до 65 лет должны работать. И много вот это, таких вот моментов, которые просто вот так вот берут интервью 2011 года Путина и интервью вот этого года. Здесь говорит одно, здесь говорит другое, и в итоге это все ложь и тут. Путин диктатор? Я бы сказал, да, диктаторского характера, ну, направления. То есть те, кто с ним не согласен, будут наказаны жестоко. А может, вообще пропадут. Ну, вот. Россия должна стать свободной. Я считаю, что, конечно, вот я лично стоял на Манежной площади и кричал «Свободу России! Свободу политзаключенным!» Я стоял с флагом России. У меня брали интервью телеканалы, иноагенты, телеканал «Дождь», телеканал «Эхо Москвы» и еще там разные. Соответственно, меня по этим интервью, по биометрии, как бы по моим данным и узнали. Направили меня на слушание в Щербинский суд города Москвы. Там я подал апелляцию. Потом хотел обращаться в Европейский суд по правам человека. Но решил, это долго все. Думаю, ладно, что там, небольшой срок. Ой, последний вопрос. Крым, да. Это что? Историю я как бы знаю. Раньше он был в составе там... Крым, это часть какой страны? Была Украина. Сейчас по картам якобы, ну... То, что они там референдум провели в 2014 году. Сейчас это Россия, но я считаю то, что это не наша земля. Это украинская? Да. Спасибо.